В сегодняшней повестке мастер-планы для трех городских агломераций – Анадырской, Якутской и Магаданской. При их обсуждении предлагаю придерживаться прежнего порядка работ. Вначале определим наиболее острые, актуальные вопросы, волнующие людей, выделим ключевые факторы, которые сдерживают развитие этих городов. Затем наметим системные шаги и, к слову сказать, по Якутску мы уже начали обсуждение отдельных мероприятий мастер-плана с представителями республики в конце мая этого года на выставке по развитию креативной экономики в России.